едем с Лебедей на четверку, переезжаем тут по каким-то деревенским, хотелось материться, ладно, промолчу. Вот уже 80 километров еду по такой дороге. Вот какая здесь резина будет выхаживать. Свой срок. Колдоемины, яма на яме. Переезжать надо. Вообще все разбито. Все. Где тут резина выдержит вот такое, а? У меня запаски нету. Светофор не работает. Как вот определить, ехать мне, не ехать? Угу. Капец. Это просто полный трэш. Я за это время, вот что еду, да, вот получается уже полтора часа я еду. Можно было назад вернуться и проехать. Но это километража больше. То есть фирма экономит на солярке, а расходники-то бьются, вся машина бьется просто. Ни одна резина. Подвеска-то хреначится по полной программе. Смотрите, как его изгибает всего. Так, буду рулить. Спереди еще непонятно. Километров, наверное, 2. Стрелка у спидометра находится на 0 и между десяткой. Просто смешно и все. Вот. Нету никаких у меня эмоций, никакой злости, ни хрена ничего нету. Просто смешно. Я просто не понимаю, какая экономия сейчас происходит для фирмы, что мы едем по этой дороге. Какая? Ну, мы ездим тут все, кто с Лебедей идет на Москву, на московское направление. Вся фирма ездит здесь. Я не представляю, что тут зимой творилось. Я один раз ездил здесь летом,
Ну как бы летом попроще было. Со стажером мы ехали. Вот, и ничего не изменилось, как оно осталось, осталось. Ну, было сухо. В принципе, мы проехали, не матерясь. Ну вот, еще примерно где-то 15 километров, как минимум, ехать по этой дороге. Ничего интересного снимать тут нету. Ямы. И вот мы выехали на четверку. И маленечко проедем по платке. А потом опять уйдем на бесплатную. Едем мы, ребята, в Ярославле, в город Ярославле. Сейчас дойдем до 108, по 108 до М8 и на Ярославль. Выгрузка у нас завтра. Осталось ехать 730 примерно километров. О, что-то разогнался. После плохой дороги тут что-то прям разогнался. Мы находимся в Ярославле уже на выгрузке. О, такая вот парковочка пришлась. Боком нужно было парковаться из-за вот этого выступа. Нормально. Парковались, все хорошо. Но у меня вчера на газовой заправке в Орехово-Зуево заправился, отъехал. Все, чеки там начал, карты складывать на место. И она мне не заводится. Минусовая клейма открутилась. Вот. И даже он подплавилась, походу. Сейчас сниму, пока так хорошо изогнулись. Пришлось ехать еще так чуть-чуть под изгибом, кое-как туда залез под низ. Все проверял, рядом с ним стоял. Ты посмотри, что делается. Ну, сейчас все пассатижиками подстучим, подчистим. Тряпочки положил, сразу протереть все эти. Без крышки ехал. Ну все, приступаем к работе.